Всем привет! Сегодня мы посмотрим на игру, которая понравится человеку любого возраста, а именно на бесконечную аркаду Axel and Tuna. Главным персонажем игры является робот по имени Axel, именно за него мы будем играть. Также есть второй робот Tuna, то ли друг, то ли враг главного героя. Axel — это забавный робот, который передвигается на одном колесе по дороге. Эта дорога напоминает американские горки. Робот Tuna похож на консервную банку из-под тунца, и на протяжении игры будет всячески мешать и шутить над Axel. Персонажи классные и наверняка заставят не раз улыбнуться игроков. Анимация и графика на высоте, декорации, противники роботов, различные ситуации с главными героями — все это смотрится просто отлично. Фоновая музыка и различные звуки прекрасно дополняют игровой процесс. Пришло время рассказать и о самой игре. Перед нами бесконечный аркадный раннер, разделенный на небольшие этапы. Прогресс на каждом этапе отображается полосой внизу экрана. В процессе игры необходимо собирать монетки и различные бонусы, а также избегать препятствий, обрывов, различных опасных объектов и других роботов. Более того, все локации не изменены на протяжении одного дня. Запустив игру на следующий день, вы увидите совершенно на другие локации и маршруты. Эта игра отличается от своих соперников тем, что у нее необычное управление. Для прыжка достаточно коснуться экрана. Во время полета можно сделать свайп вверх или вниз, чтобы взлететь еще выше или рухнуть камнем на землю. Кстати, последним действительно можно уничтожать противников. Наконец, в воздухе можно нажимать на левую или на правую часть экрана, чтобы робот начал совершать вращение в воздухе. Это принесет в копилку игрока очки стиля. Axel and Tuna получает от меня 5 звезд. О ней можно рассказывать долго и очень интересно. Все это заслуга высокого качества игры. Вы наверняка заметили, что в видео я ни разу не говорил про донат. Все потому, что в игре его попросту нет. Axel and Tuna стоит 33 рубля, не более, не потребуется игрока ни копейки. Все, что нужно для успешной игры, это совершенствовать свои навыки. Пытаюсь установить новые рекорды, а не собирать монетки для покупки бесконечных бонусов. Вернусь к мысли, которую я озвучил в начале видео. Axel and Tuna — это действительно игра для всех возрастов, и все игроки получат удовольствие от этого процесса. У микрофона, как всегда, был Apple Explosion. Не забывайте подписываться на канал, оставлять свои оценки к видео и заходить в наши социальные сети. Пока!